17 июля 2014 года в небе над Донбассом в 16 часов 20 минут 03 секунды по местному времени, это было 13.20 по Гринвичу, ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», подбила пассажирский рейс MH17, летевший из Амстердама, Голландия, в Куала-Лумпур, Малайзия, на высоте 10 060 метров. 70-килограммовая осколочно-боевая часть, она называется 9Н314М, взорвалась в 3,7 метрах от кабины пилотов, немного слева, если смотреть по курсу самолета, и сверху, оставляя на обшивке характерные повреждения от двутавровых элементов бабочек, которыми снабжена эта ракета. Вот так эти бабочки выглядят по отдельности, вот так они укреплены в конструкции, а вот так они выглядят, пройдя через тело человека. Вот эта бабочка была извлечена из тела капитана, вот это из тела второго пилота. А насколько я понимаю, она была извлечена из левой ягодицы. Вообще большинство элементов было найдено слева. Вот эта бабочка прошла насквозь через тело зашедшего в этот момент в кабину стюарда и на выходе застряла в брюках. Брюки спеклись. Вот так выглядело стекло кабины с левой стороны. Вам может показаться странным, что оно мутное. Напомню, что авиационное стекло – это триплекс. Это несколько слоев стекла. Кажется, что это монолит, а на самом деле оно многослойное. Эти стекла так прочны, что выдерживают столкновение с гусем, и в военных самолетах играют роль оптической брони. Обратите внимание, что стекло плоское для дополнительной прочности. У него есть свойство при резком сильном взрывом воздействии оно теряет прозрачность. Обратите внимание, что стекло не было расколото, оно было пробито. И вот голландские эксперты проанализировали поражающие элементы, найденные в салоне, и нашли на них мельчайший микронный слой расплавленного и снова затвердевшего стекла кабины. То есть эти элементы попали в самолет снаружи, пробив стекло и обшивку. Не все поражающие элементы во всех телах были найдены. Например, в теле капитана сменного экипажа было вместо этого найдено 2 хирургических зажима. Кто-то что-то пытался вырезать из тела сменного капитана. А еще много бабочек должны были застрять в приборной доске. Ее тоже выломали и увезли в неизвестном направлении, пока обломки самолета находились под контролем сепаратистов и их российских кураторов. Кабина пилотов и часть салона бизнес-класса были буквально оторваны от самолета по линии перфорации бабочками и кубиками, как вы отрываете туалетную бумагу по пробитым в ней дырочкам. Они отделились и сразу стали падать. Давление в центре взрыва достигало 5000 килопаскалей. Пилоты были убиты на месте, самолету буквально оторвало голову. До пассажиров осколки не дошли. Вместо них по салону прошел фронт ударной волны, который сминал и сжигал все на своем пути. Те люди, которые сидели на пути его в самом начале, просто испарились. Но и тем, кто дальше, было не легче. Взрыв давил на тело человека с силой сотни килограмм, и при таком давлении человек не может дышать, да и нечем было, ведь в самолете, летящем на высоте 10 километров, началась мгновенная декомпрессия. Только что в салоне было плюс 20, а теперь было минус 44. Каждый из этих факторов, и ударная волна, и декомпрессия, и перепад температур, смертелен. Человек при таком давлении может оставаться в сознании не более 30-40 секунд. Самолет падал 1,5 минуты. Фюзеляж пролетел еще 8 километров, теряя хвост, концы крыльев и переворачиваясь. И обломки лайнера были разбросаны в радиусе 15 километров. На одном из тел была обнаружена кислородная маска. Мы вам показали, как это выглядит в реконструкции, а вот так это выглядело на Земле. Буквально с первой минуты не было никакого сомнения в том, кто это сделал. Потому что в сводках от Стрелкова Игоря Ивановича в 16.50 по местному времени, то есть через полчаса после гибели Боинга, была опубликована хвастливая реляция. Эту реляцию часто приводят в усеченном виде, мы приведем ее полностью, это очень важно. В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс», предупреждали же не летать в нашем небе. А вот и видеоподтверждение очередного птичкопада. Птичка упала за Терекон, жилой сектор не зацепила, мирные люди не пострадали. Хвастается автор сводок. А также есть информация о втором сбитом самолете, вроде бы Су.
Обратим внимание, автор сводок пишет о двух сбитых самолетах. Один транспортник Ан-26, потолок 7300 метров, скорость 740 км в час, взлетная масса 22 тонны. А другой – это штурмовик Су-25, крейсерская скорость 750 км в час, максимальная 950 км в час, практический потолок 7000 метров, взлетная масса 14,5 тонн. Практически это два главных самолета, которые украинцы в этот момент использовали. С помощью Су-25 тогда атаковались наземные позиции, с помощью Анов и Ил-76 перебрасывали живую силу. Обратите внимание, что эта реляция сопровождается двумя скриншотами видео, снятого издали. На этом видео горит именно Боинг, и запомним эту фразу «мирные люди не пострадали». И посмотрим на экран. Это три ребенка из одной семьи, которые погибли в самолете. А всего в самолете погибло 80 детей. А всего в нем погибло 298 человек. Мирные люди не пострадали. Напомню, что никакого другого самолета в этот день над Донбассом не падало. Ни Ан-26, ни Су-25, ни МиГ-31, ни кукурузник, ни беспилотник, ни самолет братьев Райт. Более того, как мы увидим, никаких военных самолетов в этот день над Донбассом не летало, потому что в этот день небо было закрыто высокими облаками, и украинским Су-25, которые постоянно атаковали позиции сепаратистов из-за боязни с большой высоты, более чем 6 километров, просто нечего было в небе из-за облаков делать. Единственный самолет, который упал в этот день, был рейс MH17. А за 5 дней до гибели MH17, 12 июля 2014 года, по ОРТ показали страшную историю о мальчике, который был распят украинскими фашистами на доске для объявлений в Славянске. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявлений прибили. Один прибывал, двое держали. Это такая примета. Как только вы начинаете рассказывать о фальшивых распятых мальчиков, с неба начинают падать настоящие. В сводке от Стрелкова Игоря Ивановича была не единственная, кто расхвастался о сбитом ополченцами самолете. 18:22 по Москве, то есть ровно через час после падения самолета, телеканал РТ сообщал. Вот оно, это сообщение. Ополченцы сбили еще один транспортный самолет украинских ВВС над городом Торез Донецкой области, сообщают очевидцы. По их данным, самолет упал в районе шахты «Прогресс». Дальше приводятся слова очевидцев, цитирую. Около 16:00 по местному времени над городом пролетал Ан-26. Мы видели, как в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет пошел к земле, оставляя за собой черный дым. С неба посыпались какие-то обломки, рассказал один из местных жителей. Город Торез находится около города Снежная и кургана Саур-Могила, где ополченцы располагают несколькими зенитными установками, напоминают РИА Новости. Обратим внимание, что это сообщение ссылается на очевидцев. Это поразительно зоркие очевидцы. Очевидно, они умеют видеть в облаках. Напоминаю, что в тот день на небе была высокая, но почти сплошная облачность. Вот эти очевидцы, обладающие рентгеновским зрением, не только разглядели за облаками факт столкновения самолета и ракеты, но и смогли на высоте несколько километров опознать, что это за самолет. Плюс, как видим, наше сообщение подчеркивает, у ополченцев есть зенитные установки. Кроме РТ, сбитие украинского Ан-26 сообщили РИА Новости и Life News. Вот как выпуск Life News в 19:00 по Москве фигурирует прямо сейчас в голландских обвинительных материалах. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Журналисты Life News тесно сотрудничали с властями ДНР. Передав сообщение о победе, они немедленно выехали на место, чтобы запечатлеть триумф донецких ПВО над кровавыми украми. Кадры, которые они сняли на месте победы, мы покажем чуть погодя. Почему сводки от Стрелкова, РТ, РИА Новости, Life News не сомневались, что был сбит украинский самолет, а сбила его ракета донбасских ополченцев?
Просто потому, что в этом не сомневался никто вокруг. Был 2014 год, айфонов и андроидов было полно, у нас есть масса видео, в которых местная публика запечатлела первые минуты после падения самолета и свою реакцию. Вот, например, видео. Только что вот смотрю, вон сбили самолет, он падает, вниз упал. Вот туда, где прогресс. Да вот мы вышли, вон, видишь, вон осколки еще летят, вон черные. Что-то бахнуло, да вон еще падает. Вон, смотри, черный дым за Терриконом, где прогресс. Пошла работа. Выйди. Смотри, вот да, Терикон на красное, этот, смотри. Вот, а там живой же черный дым поднимается, нихера себе. Вот мы только что смотрели, как самолет взорвался и падает. Да, падал самолет. Ну, крепко жахнуло. Да ну то, наверное, это. То, что у него, может, выстрелили, попали. Не зря привезли, да? Ополченцы, как мы слышим, радуются. По нему выстрелили и попали, привезли и попали, не зря привезли. Хы-хы, пошла работа. Вот второе видео. Поселок Сашкова. Время 16:04. Сбили истребитель. Вон летят запчасти. Реально, Вась, беги за мопедом. Ты ебать красиво кувыркался, сука. Ага. Да кувыркался. Ага. Ебать, где-то здесь хлопнули, блядь, над нами. Да вышел, вот тут так вот летит, кувыркается. Красавец. Вон, ляд, запчасти летят. Как мы видим, автор видео очень радуется, что сбили самолет, и не сомневается, что это сделала его сторона, красавцы, как он выражается. Красиво кувыркался. Вот третье видео. Вижу, и вон во дворе валяется. И крышу пробили? Да, крышу пробили. Там шметки слетели. Вот. Еще раз обратите внимание, слышно плохо. Ракета разорвала его, говорят бегущие люди. Да, пошла ракета. Ракета – это ракета. Еще раз. Не зря привезли, да? Ты красиво кувыркался, сука. Послушаем снова. Слышно плохо. Обратите внимание, что у этих людей уже вид задумчивый, потому что у них трупы падали в дома, пробили крышу, трупы не похожи на военные. А вот другая часть этого видео. А где пилот? Интересно, пилот? Где? Да хрен его знает. А где? Он не видел. И я не видел. Самолеты не хорошие, блядь. Вижу, и вон во дворе валяется. И крышу пробил. То есть, обратите внимание, это невероятно. Эти люди не видят глазами, они видят головой, и в голове у них опилки. У них женские трупы, крышу пробили, они видят вот это, но они бегают и спрашивают, где пилот, потому что они же знают, что это военный вражеский самолет, подбитый нашей замечательной ракетой. Пилот катапультировался. Где пилот? Здесь точно мы видим массовый психоз, массовую панику. То есть люди, которые, хотя и не видят черное, они могут читать его белым. Почему персонажи во всех этих видео не сомневаются, что была именно ракета, про которую мы читали уже и в рассказах очевидцев от RT и Life News? По двум причинам. Во-первых, они ее видели собственными глазами. Вот кто видел? Услышал взрыв и поднял вверх голову, они все увидели ракету. Вот только несколько сообщений о пуске ракеты из соцсетей. Вот тред пишет Ирина Щербакова в 16:42, то есть через 20 минут после взрыва. «Я видела, как полетела ракета со стороны Сауровки. Потом минутное затишье и громкий взрыв. От ракеты в небе остался след. Я такой еще не видела, она очень громкая. Вся моя семья выбежала на улицу, мы все очень испугались, но шума СУ мы не слышали. Был тихий шумец, как обычный пассажир летит». Анастасия отвечает: «Да, так и есть». Ирина спрашивает: «Анастасия, ты тоже слышала ее?» Анастасия отвечает: «Ирина, я видела». Андрей Царев говорит: «Кто говорит, что ракета полетела с 4-й шахты, кто с Сауровки, где правда?» Как мы видим, много людей говорит о ракете. А «Колючий Мега» отвечает: «Это в одной стороне по отношению к месту падения». Ольга Кривошейна: «Дима, так самолет упал, а ракета в него летела?» Дима отвечает Оле: «Оля, не самое приятное зрелище». Оля отвечает: «Дима, если учесть, что это укропский самолет, который прилетел нас бомбить, то это зрелище суперское должно быть».
А вот две фотографии следа этой ракеты. По этим двум точкам с привязкой к местности, в одном, как мы видим, ракета летела навстречу камере, в другом – в бок. Можно полностью восстановить место, откуда она взлетела. А вот выборка из прослушки канала Zelle. Напомню, что Zelle – это приложение, которое можно установить на смартфон. Тогда он работает как рация. Подтверждаю, ребята, самолет упал. Ну, это, наверное, ребятки с рогатки его подстрелили. Молодцы. Летчика не поймали. Вик, смотри, перед тем, как сбили самолет, я наблюдала вот в стороне, вот как раз, если смотреть, на Химаш. И вот в стороне Химаша такой вверх, как дым, такая вот полоса, как вот ракета какая-то вверх взлетает. И после этого взрыв какой-то, вот как самолет, потом муж кричит, самолет падает. Не, ну, вроде бы все видели, откуда улетела ракета. Ну, тоже стоял на балконе, летел дым. То есть элементарно, Ватсон, это было хорошо видно. Стартующая из зенитного комплекса «Бук» ракета хорошо видна со всех точек на Земле. Вот бывший начальник войсковой ПВО сухопутных войск России Михаил Круш очень хорошо описал в своем интервью произошедшее. Цитирую. «Дело в том, — сказал он, — что зенитная управляемая ракета ЗРК «Бук» после старта и в полете оставляет за собой весьма характерный дымовой след, как комета». Этот след в ясную погоду отлично виден в радиусе 20-25 километров от СОУ. Не заметить его никак нельзя, а очевидцев, говорит Круш, практически нет. Никто не зафиксировал факта стрельбы. Он это сказал 29 июля 2014 года в газете «Военно-промышленный курьер». Он все правильно сказал, только не знал, что очевидцев дофига. Я в самом начале передачи сказала, что очевидцы не могли видеть, как ракета сбила за облаками самолет. Это действительно было невозможно, но вот как она стартовала и летела, это было видно очень хорошо. Но факт, что люди видели ракету, там множество людей, сотни, тысячи, это вообще без вопросов. Ракета пролетела несколько десятков километров. Пока она летела, ее было видно. До того, как она вошла в нижнюю кромку области. Весь полет где-то был порядка там 40 секунд. Первые 15 секунд она была видима за многие километры. Действительно, было, ну, были десятки. Вот они и обсуждали. Я на огороде была как раз на октябре. Услышала гул. Ниоткуда, как от Сауровки летела. Я подумала, что это ракета. Бегом в дом, крикнула маме. Но летело оно уже и дымило белым дымом туда, как в город. А вот обсуждение во ВКонтакте. Андрей Царев. Да, ребята четко сработали. Настоящие герои. Алена Власова. Ребята, мы с вами. Не давайте этим пи-пи-пи взять город. Держитесь, мальчики. Сергей Петров. Влад, у них такого нету у ополченцев, чтобы сбить. Влад Максимов. Сергей, я не знал, что это Боинг сбили. Я думал, ополченцы сбили Су-25. Сергей. Влад, да тоже я не сразу понял. Вижу, что-то летит. Я на дереве в деревне был. Тогда груши рвал. Потом, как рванет, сильнейший шум был. Был бы тел, заснял. Но люди сняли концовку. А вот человек пишет, я на восьмой живу, в этот момент был на улице и увидел, откуда она стартовала и куда полетела. Обратим внимание, что это пишется в паблике «Новости Снежного». Этого человека отделяет от поселка Первомайский минимум 8 километров. То есть за 8 километров этот человек видит, откуда ракета летела, как и объяснял нам командующий ПВО сухопутных войск Михаил Круш. А всего в снежном населении до войны было 49 тысяч человек. Прикиньте, сколько из них были на улице или на улицу выбежало. Это было повсеместно. Практически больше 90% местного населения знало, что что-то было сбито. И, скорее всего, довольно долго заставляли себя верить, что это был украинский самолет. То есть, обратим внимание, да, конечно, у нас десятки, а не тысячи свидетельств, которые сейчас есть, потому что не все люди, которые видели ракету, взлетающую сравнительно недалеко от них, написали об этом в сети или сказали об этом в Zelle, но все, абсолютно все люди, которые в этот момент обсуждают сбитый самолет, не сомневаются, что его сбила ракета. Нет ни одного человека, который пишет или говорит что-то другое, самолет ихний, а сбили мы. Почему? Да мы все ее видели. Любой, который посмотрел в небо, он видел то, что он увидел, то, что там было. А там была ракета и не было никаких других самолетов. Вторая причина, по которой люди на этих видео кричат «это ракета», была та, что очень много людей видели саму установку. Трейлер с Буком проехал через много мест, он ехал утром, очень много людей его видело.
Вот, например, его сфотографировали на улице Ильича утром в Донецке, а еще об этом написали в Твиттере. Вот три последовательных твита пользователей Necromancer, 666Mancer, которые сделаны с 10.11 до 10.31, то есть до того, как Бук сбил самолет утром, в тот момент, когда Бук проезжал, как мы видим, Донецк, он пишет сначала Necromancer: 30 минут назад по проспекту Ильича у молокозавода везли на платформе что-то типа ЗРК «Стрела» под тентом, сопровождали 10 легковых, хэштег «StopTerror». Дальше он пишет: Донецк 25-30 минут назад примерно в районе Грузии. Видели что-то типа смерча, оно стояло, но, наверное, его куда-то перевозят. И, наконец, он понимает и правильно определяет, что это Бук. «StopTerror», кстати, это хэш, которым пользуются волонтеры, которые сообщают сведения украинскому Минобороны. Как мы видим, Necromancer очень ретивый, но не очень осведомленный источник. Он сам явно не видел Бука, он явно выспрашивает, пытается уточнить у знакомых. Видит Бук в Донецке также знакомые жужжащего грача. Причем опять, как мы видим, он пишет об этом за несколько часов до сбитого лайнера. Пишет: утром писали, что стоял на Б. Шахтостроителей на пересечении с Ильича в сторону Макеевки. Ждали, видать. 12.32. Постит он это сообщение. Интересно, что приехал этот Бук тоже из Макеевки. Мы потом позже об этом будем говорить. Он ехал из Луганска, он из Макеевки приехал и тоже в сторону Макеевки уехал. Вот ВКонтакте в группе «Донецк – это Украина» пишут плохие новости. В районе 9 часов из Макеевки в сторону Донецка по Макеевскому шоссе проследовал тягач на платформе, которую был установлен ЗРК «Бук» М1М2. Указанная ЗРК проследовала до пересечения с бульваром Шахтостроителей. Ее сопровождал конвой в составе один паркетник серого цвета RAV4, камуфлированный автомобиль УАЗ и микроавтобус Honda синего цвета с тонировкой. По состоянию на 9.15 комплекс находился на пересечении Шахтостроителей и Ильича. Боевики повыходили из автомобилей, заняв таким образом две крайних левых полосы движения. Очевидно, ждали дальнейших логистических указаний. То есть ребята совсем не скрывались. Бук приехал из Макеевки, заехал в большой, огромный город Донецк, постоял, поехал обратно в Макеевку, очень хорошая логистика, на всякий случай, чтобы их точно заметили, они запарковались на крайней левой полосе. Обвинение голландское нашло трех свидетелей, которые запомнили это зрелище, потому что, ну, мало того, что стоит огромная вот эта штука с четырьмя огромными ракетами, так она еще на левой полосе. Через некоторое время этот Бук еще и сняли в Донецке около той же самой улицы Ильича. Вот здесь мы можем видеть на видео, что они уже перепарковались и стоят справа. Видео снято где-то в 10.23 утра. И обратите внимание на трогательную деталь. На трале, на котором Бук везут, написан телефон. Вот еще раз мы показываем стоп-кадр из этого видео. Этот стоп-кадр также появлялся в журнале «Пари Матч». И это телефон владельца трала. И когда журналисты позвонили по телефону, он рассказал, что сепаратисты этот трал у него отжали. Если вы думаете, что они от этой платформы избавились, то фигушки. Они еще в августе возили на ней БТРы. Но это все равно, что ограбить банк на машине и потом на ней еще долго рассекать. То есть еще раз, эти люди заехали в огромный город, почти миллион человек до войны, постояли там на левой полосе, посверкали телефоном, написанным на ворованной платформе, телефона не сообразили снять. Ну и просто, чтобы два раза не вставать, они на самом деле, как мы теперь знаем из переговоров, должны были привезти два Бука, но у них была только одна платформа. Ну, логистическая неувязка. А заезжали они в Донецк, судя по прослушкам и биллингам, чтобы заехать за одним из подчиненных Гиркина, Харченко, который после этого присоединился к конвою, очень разумная ракетная установка, заезжает в город-миллионник, чтобы забрать попутчика. После этого Бук уже в сопровождении Харченко, судя по биллингам, опять уехал в Макеевку. И по пути вместе вот с этими машинами опять попал на видео. Голландский суд опросил двух свидетелей, которые видели этот конвой. Около 11.13 они проехали Макеевку, потом Харциск, Зухрес. В Зухресе они попали на камеру снова. Затем Бух видят в Шахтерске. Об этом в 12.41 пишет Министерство здравого смысла. Шахтерск, КамАЗ-терроров, три танка, перед этим, возможно, проехал Бук, накрытый тентом. Потом в Торезе, где его снова снимают. Это видео находится в руках голландских следователей, но чтобы не подставлять человека, который его снял, публике его показывают только с затушеванными деталями. Вот оно.
Зато в Торезе Бук попадает на фото, которое снято по утверждению голландского обвинения где-то между 12:32 и 12:47. Вскоре появляются сообщения. Вот одно из них. Бук едет через Торез на снежное стоп-террор в 13:60. Вот другое. В 13:26 провезли ракетный комплекс на тягаче плюс две машины прикрытия через Торез снежное в 12:10. Кроме того, вот еще одно сообщение. Мимо нас в сторону центра проехала установка ПВО. Четыре ракеты. Говорят, это Бук. Хэштег стоп-террор. Перевезли ракетный комплекс на тягаче плюс две машины прикрытия через Торез в снежное в 12:10. Как мы видим, снова вот по этим переписке снова видит эту установку очень много людей. Знают об этом еще больше. Как я уже сказала, с хештегом «Стоп-террор» пишут сторонники Украины. Авторы комментов интересуются, почему Бук не сняли. А на пленку им объясняют, что если бы сняли, то легко было бы вычислить того, кто снял. Его бы убили. Другие, наоборот, пишут, не пишите, откуда стреляют, а то нас будут бомбить. Вот еще пользователь с неприличным ником такой-то Торез пишет, мимо нас в сторону центра проехала установка ПВО, четыре ракеты, говорят, это Бук. Бук едет через Торез на Снежное. И, наконец, установка появляется в Снежном. Она останавливается сначала у супермаркета «Фуршет», потом у кафе «Уголок». И видит ее там, в числе прочего, корреспондента Associated Press, о чем он успевает сообщить до запуска Бука, цитирую. «В четверг журналист Associated Press Питер Леонард увидел 7 танков, принадлежавших мятежникам, припаркованных на заправочной станции за пределом украинского города Снежное на востоке Украины. В самом городе он также наблюдал ракетную систему Бук, способную стрелять ракетами вверх до высоты 22 тысячи метров. Потом Associated Press добавляет, журналисты АП увидел, как Бук проезжал через город в 13:05. Машина, которая перевозила 4 18-футовые ракеты, конвоировалась двумя гражданскими автомобилями. Конвой остановился. Человек в камуфляже песочного цвета без знаков идентификации. Этим он отличался от повстанцев, которые обычно носили форму с зеленым камуфляжем. Подошел к журналистам. Он хотел удостовериться, что они не сделали никаких изображений ракетной установки. Затем колонна двинулась дальше. Ну, слава богу, они не поехали через центр города. По довольно уважительной причине. Дело в том, что возле этого самого фуршета и была местная штаб-квартира ДНР. Это была большая тема для разговоров в Снежном, потому что война войной, но все-таки не каждый день такая техника ездит по задрипанному городку с населением до войны 49 тысяч человек. О таком приятно поточить зубы, пообсуждать с друзьями. Вот видели, асфальт весь разворотило, потому что, когда ее сняли с тягача, она своими гусеницами установка разворотила асфальт. Следы оставались много месяцев, на них указывали журналистам. Вот где стояла, видите, асфальт разворочен. А, например, 22 июля в Торез приехали журналисты Guardian и BuzzFeed, и Guardian отмечал, ракетное путешествие через город было горячей темой в разговорах, но люди боятся говорить с посторонними. Я еще раз обращаю ваше внимание, что мы не приводим пока никаких доводов, которые позднее приводил Беллинкет, объявленный в России иностранным агентом. Никаких прослушек, никаких технических свидетельств. Мы просто вот воспроизводим тот объем информации, который был доступен рядовому жителю города Снежное. 4-5 часов вечера с помощью его собственных чувств, органов зрения, органов слуха, твиттера, групп ВКонтакте, лайфньюса и прочего. Можно включить в этот список тех очевидцев, с которыми, например, поговорил журналист BBC Джон Суини, который поговорил с двумя свидетелями, которые видели Бук. И вот Суини рассказал, что один из этих свидетелей видел, как примерно в 13:30 по местному времени комплекс Бук выгрузили с трейлера в городе Снежное, который находится в 10 километрах от места крушения самолета. Мы видели, как его сгружали, когда Бук завели, выхлопной дым заполнил всю городскую площадь, сказал очевидец. Он также сообщил BBC, что члены команды были похожи на военных из России, цитирую, «хорошо дисциплинированные, в отличие от ополченцев, и одеты не в стандартную камуфляжную форму, которую носят и правительственные войска, и сепаратисты. Они говорили на чисто русском языке, они произносят «г» по-другому». Или вот, например, агентство Reuters 12 марта, оно привело свидетельство четырех жителей хутора «Красный Октябрь»,
например, Валентина Коваленко, которая копала картошку в своем огороде и вылетела, говорит она, думала сначала, что самолет падает, а оно как ракета. Была Ольга Красильникова тоже на хуторе, цитирую, «я видела только, как она пролетала надо мной, прямо пролетала с той стороны. В небе дым, а потом уже как бабахнула, я увидела синий большой дым». Петр Федотов сказал, что эта ракета здесь вот так шла, виляла. Правда, он на камеру сказал, что это, конечно, была украинская ракета. Собственно, вот поэтому именно как только самолет грохнулся, все очень обрадовались и побежали снимать. Мы на этом прекратим проводить вот уже эти свидетельства под фактум, потому что иначе бы эта подборка стала бы совсем необъятной. Но вы сами можете себе представить количество людей, которые собственными глазами не только видели ракету в небе, но видели, как этот бок везли, как его снимали с трала, как из него выходили российские солдаты. И которые успели распространить эту радостную весть, бог приехал, будем сбивать укров, так что она достигла каждого. И каждый, кто видел падающий самолет, не сомневался, что это сделала ракета с той штуки, которая приехала днем. Ты красиво кувыркался, сука. Да кувыркался. Запчасти летят. И вот все эти ликующие граждане подошли поближе, и оказывается, что там гражданские трупы. Это что такое вообще? Я не понимаю, автобус? Нет. Самолет, вертолет. Люди, ёб твою мать. Подожди, ты видел? Женская. Я хочу обратить ваше внимание на реакцию вот этих людей, которые просто ехали в машине и увидели горящий самолет. Это обычная человеческая реакция людей, непричастных к преступлению. Их реакция ужас. Они видят труп и не спрашивают, где пилот, кто позволил летать. Они не говорят, мы тут ни при чем. Эти трупы подкинули. Они говорят, ужас. Люди, ёб твою мать. А теперь сравним с реакцией боевиков. Малайзия. Иностранцы. Ну да, это... А кто этот коридор дал? Там летчика видели, парашютной лазер. 5 парашютистов выпрыгнуло с этого самолета. Как мы видим, у этих людей нет ни малейшего ужаса. Зато у них очень много версий. Кто им дал коридор? Летчик ползает по рассыпному. Не один летчик, а целых 5 парашютистов выпрыгнуло. Еще раз, реакция нормальных, непричастных людей. Значит, ты видел? Это женская. Женская. Реакция убийц. Да мы тоже на самолете. Там что, еще один раз самолет, что ли? Все, давайте, скоро будем. А нет. Это гражданский. Раскрывай. Отсоединяй гражданских, откидывай отсюда. Это ж мой. Обратите внимание, что на этой съемке еще много вещей и мобильников, и зарядок, которых очень уверенно и профессионально потрошат сепаратисты. Вот боевик в кадре выкидывает из рюкзачка детские вещи. Эти вещи потом продавали на вещевых рынках в Торезе и Снежном. Карточки, собранные с трупов, пытались отоварить в соседних магазинах. По телефонам убитым родственникам отвечали люди, которые их украли. Вот некая Елена Пархоменко из города Торез в Инстаграм хвастается. У нее тушь для ресниц с того самого самолета. Подогнал знакомый мародер. Когда девушки замечают, хорошо хоть бортовую еду не доедайте, наша представительница русского мира парирует. Хочешь, вышлю и еду, и трусы, и фекалии. У Роксаны конферман. В самолете разбился отец, у него с собой был iPad, Роксана его заблокирована. Спустя год на ее имейл пришло сообщение. Некий человек купил этот iPad на рынке, увидел, что тот заблокирован, но там был указан имейл Роксаны, и этот человек написал Роксане с просьбой сообщить ему пароль, чтобы он смог разблокировать покупку. А вообще, местные борцы против украинского фашизма восприняли этот дождь ценных западных предметов, свалившихся вместе с иностранцами с неба, так же, как во время Второй мировой жители Новой Гвинеи воспринимали сброшенное на парашюте карго. Они растащили очень много, и западные журналисты, которые первыми попали на место катастрофы, были изумлены тем, что исчезли все вещи, техника, телефоны, что из ушей женщин вырваны сережки, с пальцев покойников поснимали обручальные кольца. Даже Гиркин был вынужден вмешаться и издать приказ сдавать часть награбленного, а именно, цитирую, «часы, серьги, кулоны и другие украшения и изделия из драгоценных металлов в фонд обороны, ну, то есть в распоряжении самого Гиркина».
Заметим, что Гиркин даже не делает вид, что у серик и обручальных колец, снятых с трупов, вообще-то есть хозяева. Есть вообще-то наследники. Наверное, сыну погибшей в самолете женщины будет важно получить обручальное кольцо его матери. Нет, в сводках от Стрелкова Гиркина сказано, мы сбили самолет, показаны фото этого горящего самолета. И вот с этого самолета вещи, собранные с трупов женщин, Гиркин командует отдать фонд обороны. Да что там серьги, кулоны и вещевые рынки. Когда я работал над рукописью книги, естественно, что я подбирал иллюстрации. И вот эти фотографии, посвященные МАЧ-17, особенно с места выпадения обломков, это Рейтер, это РИА Новости и ТАСС. Это те, кто снимал много, качественные и так далее. Естественно, что я просматривал все фотобанки. И вот то, что я увидел на РИА Новости, а у них совместный фотобанк у РИА Новости и Спутника, меня просто поразило. Там есть две фотографии. Фотография Амстердама, которая сделана пассажирами во время набора высоты. Два фото. Они находятся в платном фотобанке РИА Новости. А если ты хочешь их размещать где-то, ты должен обязательно указать копирайт РИА Новости. Что меня вообще поразило, потому что вот именно эти два снимка – это фактически мародерство. Ну вот мы с радостью указываем, что это собственность РИА Новости, эта фотография. Вернемся, впрочем, к моменту осознания того, что произошло, и послушаем прослушки боевиков, опубликованные СБУ вечером 17 июля. Эти звонки раздаются как раз, когда боевики начинают понимать, что они сбили не Ан-26, а БЕС. То есть Беслер разговаривает со своим куратором, полковником ГРУ Василием Гераниным. Только что сбили самолет, группа минера Заинакиева упал. Летчики, где летчики? Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится. А сколько минут назад? Ну, 30 минут назад где-то. Ну, вот они еще в эйфории ищут летчиков, но скоро эйфория проходит. Да, майор. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Кто? Пилотом. Через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Нашли первого 200-го. Гражданский. Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Это пиздец. В обломки прямо во дворы падали. Тут. Понятно. Вот так. И вооружение есть что-нибудь? И вообще ничего. Гражданские вещи. Документы есть? Да. Индонезийского студента есть. Из университета Томпсона, блядь. По самолету, сбитому в районе Снежного Тереза. Но? Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова. Там море трупов, женщины, дети. По телевизору передают, вроде бы как этот. Ан-26 украинский. Транспортник. Но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпионов, не знаю. Понял. А вот переговоры взяла. Говорят, что сбили российский самолет. Дети валяются в багажнике, чемоданы разорваны. Что, один самолет сбили, больше другие не прилетят? 5 секунд, пожалуйста, соблюдаем. И никакого пассажира не сбивали, сбили 26-го. Ребята, идет война. Сбили, сказано было не летать. Я думаю, не нужно оправдываться перед укопами. Да дело не в этом. Вот, 8 июля Госавиаслужба Украины закрыла воздушное пространство на востоке страны. Какие могут быть теперь претензии к ополчению? Еще раз, не прошло и часа, версии убийц. Никакого пассажира не сбивали, это Ан завозили шпионов, не нужно оправдываться перед укропами, один сбил, другого не прилетят. Обратимте внимание, как мало естественных человеческих реакций. Вот два человека, мужчина и женщина, едут на первой пленке, они говорят: «Мама, родная, женская нога, накрашенная, не смотри, какой ужас». Естественно, реакция. У защитников Донбасса другая реакция. Шпионов завозили. Один сбили, другие не прилетят. Это патологическая реакция. Это реакция социопатов и психопатов. Я употребляю здесь это слово в его медицинском клиническом значении, потому что напоминаю, что клиническими признаками психопатии является а. бессердечное равнодушие к чувствам других, б. низкий порог разряда агрессии, включая насилие, в. неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказания, е. выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению. Вот бесспорно человек, который при виде торчащих из канавы женских ног может сказать: ну что, шпионов завозили, это человек, у которого есть существенное нарушение по этой части. Кто все эти люди, которые выдвигают эти делающие честь их интеллекту и находчивости гипотезы? Один из собеседников – это казацкий атаман Николай Козица. Начинал вертухаем, был в пьяном виде застукан патрулем с попыткой отнять сумочку у какой-то гражданки.
Потом стал один из лидеров казаков еще в начале 90-х. В качестве такового заключил договор о совместной обороне. Подчеркиваю, совместной обороне. С человеком по имени Джохар Дудаев, тогдашним лидером Ичкерийской республики. То есть казаки должны были войска на помощь Дудаеву посылать, если что. Этот человек возродился в качестве одного из российских патриотов, которые боролись против украинских фашистов. Как именно он боролся, дает представление вот эти его слова. У меня сейчас ребята приехали с Шахтерска, с Торези. Подними человек 30, можешь поднять своих вооруженных? Я сейчас две группы своих 15 пришел. Там какой-то петух, бизнесмен там, ну и работает на правосеков. У него там кинотеатр, у него там бизнес, тому подобное. Надо посмотреть, что к чему, и сжечь его, расстрелять. Ну просто так, ты отказался платить бандитам, значит ты правосек, надо тебя сжечь и расстрелять. Однажды Козицын захватил заложники наблюдателя ОБСЕ. И он позвонил Гиркин и попросил отпустить. Знаете, что Козицын ответил? Что это важное государственное задание. Он не отпустит. Позвонил офицер связи, Игоря позвонил. Там у вас задержаны 4 этих ОБСЕшника. Просил, чтобы их отпустили. Сережа, у меня есть те, кто у меня есть. По ним переговоры идти на высшем уровне, понял? Они мне сказали, что об этом знает даже первый, ничего этого не надо делать. Козицын тогда заверил, что с наблюдателями обращаются замечательно. Но вот что пишет об этом плене в своем фейсбуке Гайде Резаева, помощник народного депутата Украины Оксаны Белозир. «Только что мне сообщили, что в Москве тяжелой смертью умер генерал Всевеликого войска Донского казачий атаман Козицын. В его лапы попали многие наши военнослужащие, и я в частности. Я приучена с детства скорбеть даже по смерти тех людей, которые были несправедливы ко мне». Мой отец учил прощать всех, но за 5 минут сейчас перед моими глазами пронеслось все наше задержание. Первые допросы, первые страшные пытки, первая жуткая боль по всему телу, когда во мне убивали еще нерожденного моего ребенка, укропского ребенка. Первые пытки перед моими глазами святого отца, афганца Сережи, жуткие пытки перед моими глазами, он в них ломал мужчин, ломал людей, ломал судьбу. От кругового изнасилования меня спасла моя татуировка на спине, татуировка волчицы, когда верные псы Козицына кадыровцы бросили меня уже практически без сознания в угол. У меня задралась футболка, они увидели татуировку, долго о чем-то общались. Один из кадыровцев подошел ко мне и спросил: «Ты что, наша?» Я ответила: «Я крымская татарка. Если вы меня изнасилуете, за меня отомстят мои братья-мусульмане». Я хотела смерти, я просила у Бога каждый день. Я просила 2 недели у псов Козицына, но Богу было угодно сохранить нам жизнь. Я сейчас не плачу, нет, да тяжело очень, тяжело вспоминать все это. Я не буду сейчас говорить таких фраз. Он сдох, пусть бетон ему будет могилой. Будь ты проклят, я воздержусь. Мне Бог дал неимоверные силы. Он послал на моем пути хороших людей, и если Козицын убивал, то другие спасали. Я верю в небесный суд, отдаю тебя в руки Всевышнему. Так что звездная реплика, значит, завозили шпионов, которые мы слышим на пленке, не случайно. К этой репризе бывший вертухай, а потом академик и мальтийский рыцарь шел всю жизнь. Давайте посмотрим еще на этих людей. Вот это боевики, как вы видите, они позируют на фоне упавшего Боинга, как охотник на фоне заваленного медведя. Они уже, естественно, знают, что это гражданский борт. Они уже знают, что за их спинами на поле лежат детские трупы. Лежат женщины с вывороченными, накрашенными ногами и разможенными головами. Ну, весело, как мы видим, они чувствуют себя победителями. Они победили этих иностранцев, только детей завалили 80 штук. Круто. Они хотят показать свою сопричастность к этому событию. Кто эти люди? Одному из них 41 год. Он сидел за изнасилование. В июле 2014 освободился. Как раз это было в Донбассе. Он пошел в боевики, потом дезертировал, сбежал на территорию Украины, стал там заниматься контрабандой, возил в паленую водку, сделанную в ДНР, в Украину. И 27 февраля 2019 года был арестован, опознали его как раз по этой фотографии. И он рассказал уже потом на допросе, как он ехал к сбитому самолету, думая, что это сушка. Когда мы приехали, я еще смотрел я смотрел по телевизору от Life News. Что якобы ополченцы сбили военный самолет на Торезе в Шахтерском в этой стороне, как-то так.
Когда я увидел все эти полностью, я понял, что это был гражданский самолет. Чуть позже я узнал, когда стоял на блокпосту, а местные жители подтвердили мои сомнения. Они сами лично рассказывали, что со стороны Грабова вылетела ракета. Он рассказал, в частности, что они охраняли обломки самолета, чтобы местные жители не сдали их на металлолом. Жители поселка Рассыпное рассказывали, что этот Боинг сбила ракета. И потом женщина нам рассказывала, что ее сын сам лично снимал это на видео, как уже падал сам самолет. Она сказала, мы все люди видели, мы все знали, что это не военный, но самолет, потому что падали диски, ручки падали, салфетки падали, вещи падали, люди падали, трупы падали прямо во двора. Потом приезжали парни такие, ну крутые, они все были, форма у них была. На больших крутых джипах они ржали от бездна. Они запугали местное население, что никто ничего не видел. Если где-то кто-то что-то увидит, будут сразу арестованы. Итак, наш герой поехал к сбитому Ану, приехал к сбитому Боингу. Посмотрим теперь, что увидели журналисты Life News, которые, как вы помните, тоже немедленно выехали фиксировать геройский подвиг. Есть видео тех самых Life News, которые в 18:34 по московскому времени сообщили одними из первых о сбитом ополченцами Ан-26 немедленно. Выехали к месту триумфа, даже успели показать какое-то видео издалека, которое попало в выпуск новостей от 19:00. Мы не знаем, они сами его сняли или нет. А потом они прибыли на место грандиозной победы и засняли новое видео. Оно было вывешено на сайте Life News и потом удалено. Его можно посмотреть на сайте Вадима Лукашевича, бывшего авиаинженера, который посвятил сейчас всю свою жизнь расследованию катастрофы Боинга и выпустил об этом уже 2 тома. Мы не можем здесь привести это видео целиком, чтобы Life не снес это видео. Вот вам из него кадры. Обратите внимание на несколько характерных черт этого видео. Во-первых, автор четко фиксирует, что это гражданский борт. Он показывает сложенные в стопку паспорта, среди них паспорта детей. Он показывает трупы. Автор в последний момент переводит камеру на небо, четко фиксируя состояние неба. При таком состоянии неба хорошо виден старт ракеты, потому что облачность высокая, хотя и сплошная. Но, конечно, что именно она поразила, тем более на высоте 10 км, рассмотреть не может никто. Вообще-то видео напоминает фотоотчет. Но, похоже, снято человеком, которому надо кого-то убедить, что сбит именно пассажирский самолет. Возможно, это кто-то до сих пор не верит. А вот спустя немного времени после того, как это видео снято, ведущая Life News снова выходит в эфир, уже в 8 часов по Москве. Это та же самая ведущая, которая сообщала о сбитом зенитной ракетой ополченцев Ан-26. Теперь она сообщает о сбитом украинцами Боинге. При этом по экрану 8-часового выпуска новостей продолжает идти бегущая строка о сбитом ополченцами Ан-26. Кстати, ту же ошибку совершают и сводки от Стрелкова Игоря Ивановича. В них хвастливое сообщение о сбитой птичке некоторое время соседствует с категорическим отрицанием того, что вот Боинг-то мы не сбивали. Еще раз посмотрим на кадры видео Life News, которые они показывают уже по телевизору. Они фиксируют гражданские трупы. Тут же на фоне этих трупов уже пустой чемодан. Еще раз повторю, все, что вы слышали пока, это слова и фотки очевидцев и сепаратистов. Это они сами снимали, они сами радовались и кричали «Ура, ракета сбила!». Это вот про это они говорили, одни сбили, другие летать не будут. Это вот про это они говорили, значит, завозили шпионов. Это вот про это они говорили, сбили, сказано было не летать. И даже после этого они фотографировались на фоне обломков. И даже уже после этого зимой вот этот боевик для понтов расстреливает куски уже сбитого мертвого самолета. Итак, с самого начала эту установку, эту ракету видело огромное количество свидетелей. Все, кто были на улицах Донецка, Шахтерска, Тореза, Снежного, когда ее везли мимо, и все, кто поднял глаза в небо, услышав старт, заметный в радиусе десятка километров ракет. Кроме этого, с самого начала была очевидна военная логика произошедшего. Украинские войска наступали, у них была авиация, она господствовала в воздухе. Логика поставки Бука была элементарна. У кого господство в воздухе? У украинцев.
кому нужно ПВО, ответ их противникам. Главный страх – это была украинская авиация. Когда это случилось, и мне один из очевидцев об этом и говорил, мы были уверены в том, что это был украинский самолет, потому что в те дни там постоянно летали украинские штурмовики, и было очень страшно. Украинцев просто не было нужды пуки. Им не против чего было его применять. Наоборот, у сепаратистов нужда в зенитных комплексах, способных сбивать самолеты на высоте выше 5 километров, была огромной, потому что украинские штурмовики Су-25 после того, как по ним начали стрелять из ПЗРК, поднялись на те самые 5-6 километров и оттуда шарашили, и на это-то боевики постоянно и жалуются. Потом этот самый вертолет, самолеты бились, наверное, с 5-6 километров, потому что их даже не слышно было с ушки. Да, блин, я видел, всю ночь летали в ту сторону. Не было, наконец, сомнения в еще одной очень важной вещи, а именно в том, что это был БУК, за пультом которого сидели солдаты российской армии. Дело даже не в том, что, как мы видели, свидетели обращали на это внимание и говорили, что сопровождающие его люди отличались от местных Шариковых, изображающих Че Гевар, и говорили по-московски. Дело в том, что БУК – это серьезное оружие. Это не переносной зенитный ракетный комплекс типа «Иглы» или «Стингера», который как раз рассчитан на уровень образования Шарикова или Душмана. БУК по кодификации Министерства обороны США и НАТО – это SA-11 Gadfly. Его модификации – это самоходный зенитный ракетный комплекс ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах от 30 метров до 14-18 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия. Он состоит из 4 машин, из самоходной огневой остановки, того, что называется СОУ. Она несет на себе 4 ракеты с осколочно-фугасной боевой частью, способные поражать цели на высоте до 25 километров и на расстоянии до 50 километров. Из станции обнаружения и цели указания купол с плоской фазированной антенной решеткой, способной обнаруживать цели на расстоянии до 120 километров. Из передвижного командного пункта, который выбирает наиболее опасные цели и распределяет их между огневыми установками. И самоходной пускозаряжающей установки. Если говорить по-простому, БУК – это мобильный ракетный комплекс, который движется в составе танковой колонны и обеспечивает ее прикрытие с воздуха. А если уж совсем по-простому, этот комплекс разрабатывался в том числе для советской армии, чтобы она наступала после нанесения ядерного удара. При этом особенностью БУКа является то, что его самоходная огневая установка способна действовать самостоятельно. Вот советник генерального конструктора Михаила Малышевского заявил 13 октября 2015 года на пресс-конференции «Алмаз-Антея», что БУК – это такой уникальный комплекс, что даже одна СОУ способна выполнять весь спектр задач, обнаруживать, определять, сопровождать, захватывать и уничтожать военные цели. В этом смысле основное назначение вот этой станции целеуказания «Купол» – это обнаружить цель как можно заранее, но СОУ может обнаружить и сопровождать цель самостоятельно. Вот тот характерный свиной пятачок, который вы видите у нее на носу, это радиолокатор. Он даже сделан из другого материала. Это, собственно, радиопрозрачный обтекатель для полуактивной радиолокационной установки. Она видит на 120 градусов. Полуактивная означает, что сначала ракету ведет сам оператор, а потом локатор захватывает цель, луч локатора от нее отражается, приемник на борту ракеты ловит этот отраженный сигнал и уже сам нацеливается. И нет возможности, чтобы БУК, ну, якобы захваченные у украинской армии, даже если предположить, использовали и тем более подчинили Шариковы. Вот нет никакой возможности, чтобы его использовал мальтийский рыцарь атаман Козицын. Или насильник-контрабандист, который позирует на фоне сбитого БУКа. Это выше их интеллектуальных возможностей. Один этот момент хоронит версию обезьяны с гранатой. Обезьяна может использовать гранату, она не может использовать БУК. Вот в перехватах, если вы заметили, звучат слова «это чернухинские казаки сбили, это группа минера», это неправда. Это, очевидно, кодовые слова. Нет никакой возможности, повторяю, чтобы обезьяна использовала БУК. Обращаю ваше внимание, что во всех прослушках, которые мы еще услышим, боевики будут выяснять, куда едет БУК, на чем. Но вот нет ни одного перехвата, в котором Сергей Дубинский, который, согласно голландскому обвинению, непосредственно командовал транспортировкой БУКа, или его начальник стрелков Гиркин, или подчиненные Дубинского, Платов и Харченко, которых сейчас заочно судят в голландском суде, общаются ли с людьми, которые непосредственно нажимали на кнопку.
Нет ни одного перехвата, в котором кто-нибудь из них спрашивает: «Ты что сделал? Куда жал?» Те люди, которые стреляли, Гиркину не подчинялись. Они подчинялись российскому военному командованию. Они не входили в командную цепочку сепаратистов, если такая цепочка у них вообще была, потому что командная цепочка предполагает ответственность, а у сепаратистов, как мы увидим, была цепочка без ответственности. Это было штатное вооружение, как мы увидим. 53-й зенитно-ракетной бригады, за пультом управления сидели люди, которых никто бы не подчинил мальтийским казакам. И вот, собственно, это мы, Россия, имели на вечер 17 июля. Куча народа, которые видели сам Бук, куча народа, которые видели саму ракету. Военная логика ее применения была совершенно очевидна. И у России, у Кремля, у Путина, не у сепаратистов, их никто не спрашивал, было очевидно два выхода. Первый – это признаться, как, например, признался Иран в том, что сбил украинский Боинг 8 января 2020 года. Второй – отчаянно врать. Какой путь выбрала Россия? 21 июля 2014 года, то есть через 4 дня после гибели Боинга, Минобороны дает брифинг. Участвуют в нем люди немалые. Начальник главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил генерал-лейтенант Андрей Картополов и начальник главного штаба военно-воздушных сил, тоже генерал-лейтенант Игорь Макушев. Это был уникальный брифинг. Если начинать в двух словах с сути, да, то на этой пресс-конференции, на этом брифинге не было сказано ни единого слова правды. То есть вот можно брать любой кусок, там была ложь. На брифинге изумленной публике предъявляют вот эту схему, и генерал Макушев комментирует обстановку так. В левом верхнем углу отметка от воздушного судна «Боинг 772», выполняющая рейс по маршруту Копенгаген-Сингапур. Мы вынуждены поправить генерал-лейтенанта Макушева. Боинга 772 не существует в природе. Слушаем дальше. Справа отметка от воздушного судна «Боинг 778», следующего по маршруту Дели-Бирмингем. Мы вынуждены снова поправить генерал-лейтенанта. Боинга 778 в природе не существует тоже. И чтобы это выяснить, генерал-лейтенанту ВВС достаточно спросить Яндекс или школьника, который увлекается авиацией. Кроме этого, генерал-лейтенант Андрей Картополов сообщает, что малазийский лайнер отклонился на 14 километров от маршрута. Обратите внимание, что до Донецка самолет следовал в установленном коридоре, а далее он отклонился от маршрута на север. Это неправда, Боинг никуда не отклонялся. Маршрут Боинга, показанный на брифинге, не имеет ничего общего с реальностью. Вот выделенный зеленым настоящий маршрут Боинга, показанный в книге Вадима Лукашевича MH17 «Правда и ложь» на основе данных Flight Radar. Чтобы построить этот маршрут, не надо иметь доступа к секретным папкам. Любой пользователь интернета может отследить любой полет. Боинг летел ровно по коридору, по которому он летал все эти месяцы. Это международный воздушный коридор. В нем летают тысячи самолетов. Вот эта красная кишка – это фантазия Минобороны, ни на чем не основана. Кроме этого, генерал Картополов показал снимки, которые, по его словам, были спутниковые снимки украинской части ПВО возле Донецка. И 14 июля на ней был Бук, а 17 июля Бука, по словам Картополова, нет. 14 июля показаны пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Бук в районе 8 километров северно-западнее Луганска. А вот снимок этого же района, сделанный 17 июля, пусковая установка отсутствует. Это снова неправда. Бук, который находится на территории украинской военной части А-1428, продолжает находиться на этом месте, где он замечен хорошо и 17 июля, и 18, и 19, вплоть до 26 сентября 2015 года. Это легко установить по общедоступным снимкам в Google Earth, продемонстрированным, в частности, в книге Вадима Лукашевича. Кроме того, этот Бук разбит, он выглядел вот так, он поврежден обстрелом, в общем, это полный хлам. А военная часть, в которой он находится, со всех сторон окружена сепаратистами, из нее не то, что Бук не может выехать, из нее солдаты с заводкой не могут выйти. И вообще, собственно, это, судя по всему, та же часть, про которую сепаратисты утверждали, что она взята, и Буки находятся под их контролем. Но самое удивительное заявление генералов было не это. Внимание, слушай. В 17 часов самолет резко начал терять скорость. При падении скорости до 200 км в час, в 17 часов 21 минуту, в месте разрушения Боинга, появляется новая отметка о воздушном объекте. Данный воздушный объект
Устойчиво наблюдается радиолокационными постами Усть-Донец и Бутуринская в течение 4 минут. Диспетчер, запрашивая характеристики, получить не может. Вероятнее всего, воздушное судно с системой вторичного опознавания не оборудовано, что характерно для военных самолетов. Зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25-го, в направлении малазийского Боинга. А вот это самое главное. Генерал авиации сообщает нам, что Боинг, который на высоте 10 060 метров, замедлил скорость до 200 км в час. А после этого рядом с ним радаром стало фиксироваться какое-то отражение, которое, по мнению генерал-лейтенанта, является украинским военным самолетом. Простите, но если самолет замедлился до 200 км в час на высоте в 10 000 метров, это значит, что он падает. На брифинге наших военных крупные обломки разрушающего самолета они приняли за вот этот вот самый Су-25. На самом деле самолет развалился в воздухе. По мнению генерала, сначала самолет начал падать, а потом рядом с ним появился Су-25. Да нет, сначала самолет начал падать, а потом рядом с ним появилось отдельное радарное отражение. Это было отражение от отвалившегося куска самолета, потому что поэтому этого объекта до этого на радаре и не было, потому что самолет был целый, но генерал гнет дальше. Дальнейшее изменение параметров полета объекта по курсу свидетельствует о том, что он баражирует в районе разрушения Боинга 777 и осуществляет контроль за развитием ситуации. Причем, что интересно, диспетчеры Днепропетровска и Ростова по поводу Боинга сразу поняли, что происходит. Они были гораздо квалифицированнее наших генералов. Они сразу поняли, что речь идет об обломках. И вот фрагмент я озвучу из их переговоров. Днепропетровск к MH17. Малазийский 1-7. Вы меня слышите? Малазийский 1-7. Днепропетровская вышка. Ростов, слушаю вас, это Ростов. Днепропетровск, Ростов, вы наблюдаете? Малазийский, Ростов. Нет, похоже, что объект начал распадаться. Ну, то есть, ростовский гражданский диспетчер 17 июля в 13.22 говорит, что объект начал распадаться, а целый генерал-лейтенант 21 июля рассказывает, что отражение, которое образовалось после того, как самолет замедлился до 200 км в час, это вынырнувший неизвестно откуда украинский военный самолет. А теперь, собственно, вопрос, потому что, как вы заметили, мы тут не спорили, разрывая на груди рубашку, кто же все-таки сбил Боинг. Не полемизировали со всяческими экзотическими версиями, типа, а вдруг это сделала израильская ракета, а вдруг он развалился сам, а вдруг трупы были не свежие. Мы просто показали, что, а, единственные военные самолеты, которые летали в этих местах, были украинские. Б, единственное ПВО, которое было задействовано, было российского производства. В, Бог передвигался открыто, его на улицах нескольких городов должны были видеть десятки, если не сотни людей. Старт ракеты был виден любому жителю региона в радиусе 10 километров. И Г, даже после того, как сепаратисты поняли, что сбили гражданский самолет, они продолжали нести лютую ахинею про парашютистов, которые из него выпрыгнули. Возникает вопрос, зачем врать? Если зачем врать, то зачем нести именно лютую ахинею? Зачем, например, рассказывать про штурмовик Су-25, у которого потолок 7 километров, ну, не говоря уже о Боинге 772 и 778. Но почему, к примеру, не настаивать с самого начала, что это был украинский БУК? И, собственно, вот ответ на этот вопрос мы и посвятим ему вторую часть передачи. И нам откроется много интересного. Собственно, нам откроется, как была устроена эта война, в которой ложь была такой же важной частью боевых действий, как кровь. И, к сожалению, это не последняя война на украинской земле, которая была также устроена. Потому что во всех этих прослушках, во всех этих переговорах, во всем этом вранье есть косвенное, очень серьезное указание на то, что в точности и почему случилось. И это указание очень важное для того, чтобы понять, как вообще устроена война по-российски. Не только та война, это указание, которое имеет прямое отношение к тому, что происходит сейчас. Этим мы займемся в следующий раз. Всего доброго. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал.